сегодня мы пришли на Скопитон Филмс. Это как на школьной дискотеке, только здесь все круче, потому что наливают в открытую. Очень классно. Вы пробовали фалафель? Да. Это самое модное блюдо. Мы всем тоже так же говорим. Вы молодцы. Вам 50 рублей заплатили за это? Я заплатила за это своей жизнью. Мы нашли самых веселых ребят на этой вечеринке. Они пляшут так, что хочется повторять за ними. Даже могу спать. А правда говорят, что это самая офигенная вечеринка, веселая, угарная, на которой ты был вообще когда-либо в своей жизни? Конечно. Самая безумная. Party hard.